В Бразилии, где уже меньше чем через месяц стартует чемпионат мира по футболу, возобновились акции протеста. Тысячи людей, недовольных слишком большими затратами на футбольные мероприятия, вышли на улицы крупных городов. Демонстранты призывают правительство вкладывать больше денег в решение социальных проблем – здравоохранение, образование, безопасность и инфраструктуру. Некоторые митингующие начали забрасывать стражи порядка камнями, а другие заблокировали дороги. Для разгона манифестантов полиции пришлось применить силу, есть пострадавшие и задержанные. Тем временем правительство Бразилии объявило, что страна в период чемпионата мира ожидает принять около 4 миллионов туристов и заработать на этом 3 миллиарда долларов.